Воспитателя Наталью Терещенко удалось застать на рабочем месте. 12 лет она работает в детском саду «Искорка», и такое внимание для нее очень волнительно. 7 марта есть повод для поздравлений радости, но сейчас в этот день особенно грустно. 18 марта 23 года была бы наша свадьба. Да, вот, и как-то поначалу, да, все тоже были конфеты, цветы, да, все эти вот, как бы, все было весело, все замечательно, а потом уже, знаете, как-то вот идет 8 марта, муж говорит, что ты хочешь себе подарок? Я говорю, да не знаю, какую-нибудь кастрюлю хорошую, вот, что-то такое, вот, знаете, все, в семью, все в дом, вот как-то. Муж Натальи Иван в зону спецоперации пошел добровольцем. В декабре после прохождения военной подготовки был отправлен на линию фронта, а в январе погиб. Как только мобилизацию объявили 21 сентября, он сразу сказал, я пойду. Тем более он в армии служил, он водителем был, он на бензовозе он там служил. Вот. И он сразу сказал, водителей не хватает, я пойду. Трудно находить те слова, которые бы могли ее успокоить. Наверное, это боль каждого россиянина. Мы поздравили и пожелали, наверное, духовного спокойствия и той памяти, которая останется не только у нее в сердце, а, наверное, у каждого из нас. Наталья поблагодарила за внимание и заботу в сложное для нее время и пожелала всем мира и добра. Юлия Сурикова, Юрий Санкин, Первый, Ростовский.